себе. Угу. Ну, такая фантазийная. Ну, я понял, написала, да, да. Помните, да. Маково поле? Угу. Там были платья у нас из мака, угу. А это из облаков. Ну, давай так, полегче тему. А это и здрасте. Хорошая, умная задача. Это я планинка начала танцевать. Это модульная сводка. Ну, легкотня. Вот эти вот вещи очень легко делаются, да. Ну, Анну Розмовскую стала смотреть. Понравились ее эти. Угу. Хорошая. Ну, это трудно. Угу. Ну, за один раз, да, это не делать. Ну, букет какой-нибудь хотелось яркий. Легкотня. Легкотня. Ну, разика на 3-4, на 3, наверное. Легкотня. Ну, в смысле, ничего сложного. Можно за один раз, можно за один раз. Я думаю, это какой выбрать? Это сложнее, это легче. А, понятно. Хорошо, мне ничего легче. Я еще не могу. Вот это сильно хочу. Очень красивая, действительно. Прям вообще вот очень хочу. Я на 3 дня приехала. Ну, с дуру можно проскочить за один раз. Ну, в общем-то, на два. На два. Но можно за один проскочить. Вот это очень нравится. Ну, не сложно. Не сложно. Давай, можно за один раз попробовать. Хорошая, легкая задача. Вот эту белизну розоватую метнешь на весь холст. Возьмешь белый, возьмешь разбавитель. И легкую розоватую белизну. Не сиреневатую даже, а просто розоватую. Угу. Вещества краски несколько слякотно, для того, чтобы тряпкой потом распределительно совершить вот эти действия. Фигушкой. Сейчас. Вот то движение, которое показала, как раз не надо. Это так мы окна моем. Значит, сделала фигушку тряпочки. И распределительно, деликатно, не вот то движение, которое ты показала, распределительное, спокойное такое распределительное движение, упаковала красочкой. То есть холст чуть-чуть посмуглел, белизна холста посмуглела. И на этой смуглости будет несколько различимы вот эти белизны. И оно сразу будет вдали, и сразу красивенько. Вот. Единственное, что нам нужно, чтобы красочка немножко стала. То есть пусть вот эта красочка чуть-чуть пока постоит. Да. Ты пока распределительно. Дальше видишь, розовит. Чуть-чуть желтит, розовит, оранжевит. Начинаешь, так пусть только распределила, пускать сюда вот эти настроения. Вот они. Тихонько, спокойненько, мера краски соблюдена. Вот она. Дальше голубоватости с розоватостями. Наполняешь, наполняешь, наполняешь. Но вначале просто распределишь. Все поняла. Давай. На мой взгляд, не хватает плотности и вот этой розовости, дымчатости. Центральной части. Вместо этой полосатости, которая сухомятно вошла, создать дым. То есть облака — это дым. Срисовать каждое пятно облаков мы не срисуем. Мы будем произволом тоже красивые пятна создавать. Произволом укладки. Но произвол будет дымчатый, не полосатый. Розовость в этих местах зайдет и будет растоптана. Вот они облачения. Вот они. Вот они. Дымочечки. А ну, давай так. То есть ты видишь розовый с малой толикой желтого. Раздавливая, уложишь. Раз. Мера краски, допустим, вот какая-то вот такая. Уложишь. Два. Вот эти полосы уложишь и раздавишь, вытирая тряпку.
не гоняйся за каждым звуком там, пусть у тебя сами на холсте формируются красивые звуки. Наблюдай только, чтобы это происходило красиво. Если видишь, что в этом месте красиво, допустим, вот здесь вот красиво же легло, облако видно, то уже и не надо с ним спорить. Все более желто, а потом и оранжево, розово, сюда. То есть дальше идет некоторое утемнение этих облаков. И тоже раздавливаешь. Дальше пошла сюда. Тоже, ты видишь, я не забочусь, чтобы срисовать каждый пируэт там. Я создаю собственные пируэты и раздавливаю. Все тоже ты делаешь уже на расширение. Потом возьмешь чистый палец. И прямо эту белизну махнешь ею сюда, 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 по расходящейся траектории. Появляется первый намек на лучи. Но не хватает. Дополнила, раздавила. И там, где надо, второй. Краска вязкая позволяет себя не скользко укладывать. Лучи формируются. Опять возвращаешь на это место белильца. Вот хорошо, что у нас сейчас вязкие белила, прямо очень удачно к этой задачке. Что касается этого мощного пятна, это коричневый, это розовый и голубой. Возьмем и положим. То есть без белил чернявый цвет. Положим угловато, как там и есть камень. А здесь пальцем создашь дым. Дым теневого облака. А здесь рыжеватый мотив облака, зависшего на камне. Вот такой рыжеватый. Прикольно? Потом появятся кукольцы. И начнется его разработка, этого кукольца. Причем сразу дым сформировался. Тенистое есть. Более сложной траектории. На столе где-то. Вот макушечки облаков чуть светлее. Глубинка облаков чуть темнее. Есть такое там, да? Выразить это. Смотри, прямо лежачим к холсту пальцем. Вот такими действиями. Оно? Причем видна рукотворность. Да, и это тоже красиво. Да, я вообще не очень. Вот эти темнотики немножечко насадить все-таки. Ага, все, до встречи. Темнотички насадить. Глубокенькости. Очень темная глубокенькость. Смотри, прямо глубокенькая. Так. Вот здесь можно прямо некоторыми языками. Знаешь, как часто облака протуберанцами такими взлетают, то есть где-то насадить этих. Вот эта темнота показывает, что там есть еще горы. Угу,
Я просто это делал уже многократно, поэтому я предполагаю, какие там есть. Полезные звуки. Аж чернявенькая темнота. Аж чернявенькая. То есть она же. Только там она синит, потому что гора не поднимается, а все там внутри. Ну и также облачеоников еще светленьких. Там где-то синюшечку увидеть, не только розовый. И так пальчиком подрастереть, помоделировать. Показать лежачий характер, залегший характер. Лежачий. Ступени ухода вдаль. Ступени ухода. Здесь крупные ступени, все мельче, 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 и станет понятно. Вдаль. Почему хорошо тренироваться, прямо вытренировать себя на какой-то одной теме? Потому что ты тоже будешь знать, что искать в картине. Какие аргументы у той или иной темы. Так, что у нас с платьем, напомни? Они переходят в облака. Это шарф еще был. Давай, развивай. Ну я вот проводила, а потом как-то то ли вообще не оттуда начала. Вот. Значит, мы редко работаем вот так. Угу. Вот так мы редко работаем. Угу. В основном мы этим пальцем действуем лежачим. Угу. И тогда у него. А я думала, что солнце оно ниже все-таки. Краска настолько стала, что уже не хочет выдавать. Значит, как вариант, это продресь холста. Боже, какие белила чудовищные. Саша, ты мне, пожалуйста, завтра вы не дополучишь нормальные белила. Я с этими кошмарами ни за что. Там же были нормальные, да, вот эти? А что ты их схватил? Там же нормальные, да. Ну, я просто тебе скажу, я же думал, надо экономить. А ими просто нельзя работать. Прикольно. Облачка и дальше продолжаются. И ты как раз вот сейчас займешься эффектными звуками вот здесь. И раздавливаешь. И у тебя такой муарчик там этих, вот этих вот, вот этих. Аля. Как-то фантазийно. Что купить, говорю, конкретно? Слушай, давай, нет, давай это рыба, а я это котлета, ты гречку поставь, все хорошо? Да, да, да. И если там надо что-то, ну, такое дополнительное, смс. Прикольно. А тебе, кстати, не звонил? Ну, а что не стало известно? Какие?
Ну, с какой? С нашей стороны или с этой стороны? Это что, там накосячил Илья и Саша? Да ты что? Накосячил. Значит, поиграешь вот этими. Так. Чуть-чуть, может, это не меньше. То есть у меня похудело два холодильника, мне светит. Ну ладно, все, мам, не отвлекай меня, у меня мало времени осталось, давай. Потому что завтра он... Смотри, там есть и такой цветичек. Понимаешь, вот я сейчас выбираю вкусные места. Ты же эту картинку тоже полюбила за какие-то вкусные места. Но почему-то их не рисуешь. Не рисуешь и не всматриваешься. Но если тебя спросить, ну, сейчас вот понимаю, сейчас, вижу. Это другого цвета или такого же? Другого, да. И ты же именно это разглядела и понравилось тебе. И почему-то, когда речь пошла о рукоприкладстве, ты сразу потеряла дар развлечения. Так желтенький никто не брал? Здесь поняла юмор, да? Наиграть этих еще штучечек. Ага. Наоборот, сначала разлила, потом сбавила, но я ничего не могла. Все напряженное к центру, не на периферии. Периферия пусть тиха. Поэтому я их подраздаю. Так. А-а-а. Птички, да, страшные. Но. Самое главное. А завтра? В пять. В пять? Я предлагаю там, вдали от композиции, их не рисовать, а здесь чуть-чуть приблизить. Настя, так ты завтра будешь, да? Да, я буду. Послезавтра-то я буду на двух точно. И утром, и вечером. Ясно.
А завтра, если мне получится, мне просто одна фигня в 6 часов. Если получится, я обязательно, то я приду тоже на эту картину. Фанечки в Сколько? Ну, 500 добавь. 8. Так. Тебе масло да. Вот она ее ручечка будет, вот здесь. Я почищу. Здесь. Ага. Ну ладно, тогда. Ну такое что-то немножко волнительное движение, да, образовалось. И маленький намечечек на тельце. Вот здесь.